Меховая фабрика «Ласка» в честь закрытия мехового сезона устроила акцию для своих клиентов. Помимо поощрительных призов, для большинства участников был разыгран главный приз – шуба из песца. Подробнее о меховой акции смотрите в нашем следующем сюжете. Вам сначала нужно на счет раз, два, три, три раза подпрыгнуть. Это привлекает удачу, поверьте мне, проверено уже неоднократными розыгрышами. Попробуем! Давайте, раз, два, три! Перед началом розыгрыша меховых изделий модного дома «Ласка» участники акции привлекают удачу как могут. Одни прыгают, другие хлопают. Каждый из них уже в мечтах примеряет на себя главный приз – шубу из песца. Но ее розыгрыш организаторы оставили на десерт. А пока участники акции становятся счастливыми обладателями не менее ценных призов от «Ласки». Я была очень рада, было очень приятно. Ну, воспользовавшись сертификатом на сумму 6 тысяч, в «Ласке» на самом деле можно много что выбрать. Вот, можно добавить еще какую-то сумму. Так что я думаю, это будет полезная вещь для меня. Возможно, это будут варежки пушистые, возможно. Обладатели счастливых номеров уносят не только подарочные сертификаты на услуги химчистки и магазина, но и меховые шапочки, жилеты, варежки и сумочки. Каждое изделие от «Ласки» – эксклюзив. Изготавливаются они из меха, выращенного на собственном зверохозяйстве. Гарантия на любое изделие – 2 года. Меховая фабрика «Ласка» включает в себя химчистку всех видов одежды. После модного дефиле организаторы приступили к розыгрышу главного приза. Шуба из черного песца стоимостью около 50 тысяч рублей досталась саратовчанке Ане Полибиной. Девушка, не раздумывая, сменила свой пуховик на ценные меха. Размер и модель подошли идеально. Эмоции пока непонятны. Естественно, радость, восторг от везучести от своей и благодарность, наверное, ребенку. Потому что, когда мы пришли на розыгрыш, я попросила, она мне маленькая волшебница, чтобы она нам наволшебила, чтобы мы выиграли что-то. И уже розыгрыш подходил к концу, наши номера не выпадали. Конечно, удивление и радость, когда оказалось, что главный приз выиграли мы. В ходе меховой акции организаторы разыграли свыше 50 призов – сертификаты от «Ласки» и меховые изделия. Такие акции в модном доме проходят регулярно. Эту приурочили к закрытию мехового сезона. Сегодня акция посвящена именно закрытию нашего сезона мехового. Такие акции мы проводим ежегодно, даже по 2-3 раза в год, практически во всех наших магазинах Саратова и Энгельса. И участие принять очень легко, достаточно просто воспользоваться нашими услугами. Или химчистки, или совершить покупку в магазине, или в кафе. И вам уже выдается такой купон на акцию. Стать обладательницей эксклюзивной шубы до Нового года можно по привлекательной цене. Каждые выходные в меховом салоне «Ласка» проходят акции и скидки на различные изделия. Подробности уточняйте в фирменных салонах. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.